Здравствуйте всем, я Оксана, и жизнь как она есть. К нам пришла зима. Все замело. Пожалела, что машину вчера не поставила в гараж. Ее тоже всю замело. Дворники. Да. Видите, какая красота? Я не знаю, снеговиков лепить, наверное. Ну, не надо, пожалуйста, в снеге. Сейчас будете все мокрые. Ты почему не застегнулся? И ботинки не застегнул, Рома. Вот ребенок у меня ни к чему не приспособленный. Стой, дай застегну. Все. Садимся в машину. Вот. Снега вам в ленту. Двери приморозило, ну вот. Садимся, садимся. Да нет, ты не в ту сторону сел. Деловой, вылазь, вылазь. Я сейчас даже не знаю, что там на дороге. Наверное, совсем ужас ужасный. А? Ужас ужасный, печалька. Вообще. Поехали, садись, сиди. Плюс в снеге, то, что уже не видно мусора всякого и всего остального, все беленькое. Ой, сегодня будет, конечно, день жестянщика. Скользко должно быть на улице. Будем ехать потихонечку. Что она у меня шататься стала? Такая нехорошая штука. Будем ехать потихоньку. Помаленечку. У нас 0 километров в час. Вообще-то 200 километров в час. Каких 200? Смотри, как телефон считается. А? Смотри, как телефон считается. Телефон считается, а пусть считается. Видео будет неинтересно. Я не знаю, почему оно считается. Это, наверное, раз этого как все желе. Разболталось. Проверяем свои тормоза. Лошадь. Ну, тормозим. Тормозим. Катимся чуть-чуть. А где откуда лошадь? О! Лошади в деревне. Вон они. Пришли. Вон они. Сверни. Вот так они всю зиму и ходят. По городу. Откуда мы снимаем? Скидывают постоянно в Инстаграме, что там лошади гуляют. Ой, а на дороге-то вообще скользко. Уху-ху, оху-ху. Все такие добренькие, фиг пропустит. Ну вот, один специально скорость бросил, чтобы мы проехали. Спасибо. Спасибо. А я люблю всем махать, но вчера я в город когда ездила, вот видят красный светофор и едут, сбоку машины проехать не могут, а они едут, чтобы тупо встать на красном светофоре. Ну что, тебе трудно пропустить, что ли? Не понимаем таких людей. Нет, я встала, пропустила. Сзади, правда, сигналили, потому что машина 10 вперед меня проехала. Вывернулась с поворота. Ну, некоторые. Почему? Это те люди не понимают. Не знают. Короче, недобрые. Недобрые. Да. Все, речка замерзла. Да, уже можно сокращать пути. Я тебе сокращу. Слышишь? Три белых пути. Пути. На
Они в школу ходят через мостик, а когда... Аня, мы через лето, я сустала. А когда замерзает это болото наше там, возле школы, ходит через болото. И вот начинается, как только чуть-чуть подмерзает лед, смотришь, там уже детвора бегает на этом, по этому льду. Никитины одноклассники там ходили. Когда? В этом году, что ли? Да, вот лед подмерз, они пошли, пытаясь... Ну, если ума нету. До середины дошли, мы кричали. Экстремалы, блин. Потом побежали с него. Вы деньги на проезд взяли? Да. Сегодня дети едут в училище, старшие классы, на профориентацию. А папа на юг. Поэтому, потому что... Им к 9, поэтому они едут со мной. Веселая. А сейчас директор будет встречать, будет спрашивать, а почему вы опоздали? А он, его, наверное, Дмитрий Евгеньевич предупредил. Каждое утро у нас стоит, встречает детей обязательно либо директор, ну чаще всего я вижу директора. Либо зауч. Либо зауч, либо дежурные учителя. И ученики. Нет, ну вот вы же с 8 учитесь, а детвору я привожу в 8:30. В это время стоит директор, либо еще кто-то, и всех опоздавших всегда записывают. Вот у нас в школе было, когда я училась в свое время, у нас было радио внутришкольное. Каждое... Как в больнице, да? Ну, вам это неизвестно. В больницах это ты номерок берешь и просто там вот говорят. Нет, а... там типа пора спать и так вот. Нет, а у нас было радио школьное, на котором сообщались все новости, потом всех прогульщиков объявляли, кто опоздал. Ну, там не только ругали, там и хвалили, кто там хорошо учится. И вот каждое утро 5 минут перед уроками была такая радио 5-минутка. Между прочим, было очень удобно. Сейчас. Рука вини. Радио-то удобнее. А в больнице тоже. Давайте я вас выпущу, а вы нас пропустите. Встреча с родителями заканчивается, пожалуйста. Оставьте детей, главные двери закрываются. Это я когда в больнице лежал, поговорили. Да. Ужас, ужас, нежный ужас. А в коридоре смотришь, там такие люди, такие взрослые. Такие. Все, мы приехали в школу. А вы так. А, вышла из машины, взяла бахилы. А потом вспомнила, что со мной же мальчишки. Я могу малышей не отводить. Старшие у меня сами их повели. Так что вот. Ну, чувствую, сапоги сразу промокли, только в снег наступило. А у вас травка зеленая, наверное, еще. А у нас, наверное, сегодня, если потеплее будет после обеда, можно сделать снеговиков. Оп. Теперь единственное печально, что не видно кочек. Все белое. Сейчас домой. Ох ты, как он несется. Не, я лучше подожду. Вот такой гололед. Мы такие крутые.
Конечно, можно нестись. У меня еще сегодня куча бумаг. Я вот уже несколько дней занимаюсь бумагами на землю, там и еще кое-какими. Голова, в общем, кругом пухнет. Мне нужно сосредоточиться, а мне чаще всего это сделать невозможно. Потому что постоянно мам-мам-мам-мам-мам. О, лошадки стоят. Я взяла уже билеты. 4 ноября я лечу в Новосибирск. Ну, на несколько дней, 7 уже обратно. Вот тут-то мне как раз и пригодилось свидетельство многодетной мамы. И я взяла билеты по субсидии. Первый раз в жизни такая у нас как бы льгота ощутимая. С Новосибирска я поеду в Новокузнецк, сделаю там все свои дела и обратно. Ну все. Пойду посмотрю, что там у меня в теплице. Экспериментально. Сидят куры до сих пор. Ну ничего себе, у вас-то тут тепло. Очень даже. Песок влажный, а так-то вообще хорошо. Шикарненько. Просто эти молотки, я их еще не пересаживаю к курицам, потому что они начнут их клевать. Подняла 2 яйца. Молотка начинает нестись уже. Все, закрываю вас. Или вас на снег выпустить погулять? Не, сидите. Вам удобненько? Да, нормально еще даже. Замечательно. Остальные все сидят в хатоне. Ну, здесь им снега этого сена подсыпали. И хорошо. Часть из этих хоккей-кэмбл я хотела же на собой пустить. Но они поедут в Алдан. Че, доча? Снег? Да, доча, снег. Хорошо. Сэма. Это твой первый снег, да? Твой снег первый. Ну, я на тебя не обратила внимания. Ну, прости, Фон, прости. Сэма. Нет, я к тебе не подойду, сыну. Не подойду. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Снег. На. На. А. А. Да. Первый снег нашего волка. Ну что, нет, не пойду я к тебе. Нет. Пошла я домой, у меня ноги замерзли. Ай. Желаю всем доброго утра, хорошего настроения просто. Огромный привет вам с севера.